К 2025 году все муниципальные унитарные предприятия в стране должны быть ликвидированы. В Сарове 8 МУПов, и к их судьбе депутаты регулярно возвращаются на заседаниях комитетов. Вопрос изменения формы собственности обсуждают уже 2 года, но к единому мнению так и не пришли. В 3-й статье прогнозного плана приватизации на ближайшие 3 года предлагают все МУПы перевести в акционерные общества. Мы на протяжении вот этих 2 лет просим выработать администрацию внятную позицию по, значит, форме собственности, в которую будут переводиться МУПы. Аргументации нет. Вот та форма собственности, которая предлагается акционерное общество, за нее нет четкой аргументации, почему именно она и именно по тем предприятиям. Это же не просто какие-то предприятия, там МУП, рога и копыта. Каждый из них — это серьезный коллектив, это серьезные функции, в том числе социальные, которые выполняются здесь, в городе. Проект прогнозного плана приватизации депутаты утвердили, но пункта приватизации исключили. А между тем до принятия решения остается год. Рассмотрели депутаты решение согласительной комиссии по поправкам депутатов в бюджет города. Так, поправку Алексея Городничева об увеличении финансирования на округа депутатов до 1 000 000 рублей отклонили. Но вопросом рационального расходования средств уже занимаются. Так, сейчас обсуждают возможность объединить выплаты по округам и тратить их поочередно на самые значимые проблемы. Сейчас все больше депутатов понимает, что на 500 тысяч, растаскивая их на каждый на свой округ, сделать практически ничего нельзя, да и по 1 000 000 плохо. Нужно консолидировать, наоборот, деньги в крупные проекты, ну или среднего размера проекты, которые будут реализовываться в интересах не конкретного, может быть, там, пятачка двора, там, проезда, а в интересах группы дворов, целых кварталов жилых. План будут составлять на основе предложений депутатов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.